Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Астерикс и его друзья». Римляне разрушили твою деревню, но не бойся, с тобой и Астерикс и друзья. Проучим подлых римлян. Раз, два, начали. Щелкните, чтобы начать приключение. Нажмите здесь, чтобы принять задание. Ну, давай. Так, соберите камни. Ого. Так, соберите солому. Так, собрать дерево. Римляне блокируют лес. В атаку! Так, выберите односельчан, который примет участие в бою с римлянами. Чем сильнее противник, тем больше бойцов вам понадобится, чтобы победить. Так, выберите героя для боя. Ну, предположим. Так, выберите Астерикса, чтобы он помог вам. Так, непобедим. Шанс победить 100%. Так, ну что, в бой? Вот так у нас происходит бои, ребята. Мы их отдубасили, побед за нами. Собрали кучу бонусов. Так, а теперь можно дерево, да, значит, забирать. Окей, готово. О, Тевтатис, поистине великий день. Первое задание выполнено, и мы отправили римский патруль обратно в Рим. И что? Так, Обеликс с радостью помог бы вам, но он проголодался, поэтому сначала придется добыть для него вепря. Даже вот так вот, типа, щелкните по следам вепря, чтобы выследить его. Хоба, сюда теперь. А вот и вепрь. На! Он его, ребят, с удара просто нахлобучил, ты понимаешь? Успех твоей охоты приманил в деревню Обеликса. Устроим же пир. Да к этому, конечно, только бы пожрать, елки-палки. Ну давай. Выбрал я его, короче, добудьте ресурсы. Это деревенская ферма. Периодически она производит еду. Щелкните по ней, чтобы отправить еду на склад. Все это у нас с тобой на склад полетело, да? Окей. Новый уровень. Клянусь Тевтатисом. Это надо. Это надо, действительно, ребята, надо собрать все. Уже второй день деревни. С каждым уровнем ты открываешь новые задания, рецепты, изготовления и предметы. Так, постройте дом старейшины. Вот что нам хотят, ребята, здесь поручить. Так, сколько там, три раза щелкнуть? Да не надо, вот он, ребят, все добывает. Все сам, на автомате. А это что еще такое у нас? Это у нас Цезарь, по ходу дела, да? Так, нам еще нужно бомбануть. О, вот, ребята, дом старейшины. Давай. Все у нас хватает, поэтому... Алис Геймерикс, ветеран гальского сопротивления. Может, зрение у него и утратило былую остроту, но римлян он за версту видит. Цитата. Ох уж эти римляне, руки бы им оборвать и пришить к плечам, как положено. Ладно, я тебя понял. Так, у Алис Геймерикса для вас задание. Ну, что ты хочешь, старичок? Что? Какое тебе задание? Но он хочет, чтобы я построил, ребята, дом плотника. Ты понимаешь? Вот дом плотника. Ну, давай построим. Ну, почему бы и нет? Все, забираем. А деревня-то выглядит уже лучше, чем было до римского нашествия. Так держать. Так, дедуль, ты опять что-то хочешь? Собрать деревянные доски. А какие еще могут быть доски, как не деревянные? Так, вы знаете, откуда брать деревянные доски? Ну, понятно, ребят, что это в дом плотника и мастерская от кого там? Нумерубиса. Так, откройте меню ремесла. Деревянная доска, давай создадим. Так, ускорить процесс. Закрываем окно с тобой. Это у нас, я так понимаю, ребята, идет все еще обучение. Обелиск готов к бою. Новый уровень, третий. Так, римский легион у ворот. Щелкните по старейшине, он знает, что делать. Что делает нам дедуль? Так, успешно разгромите легион, римский легион. Хорошо, я принимаю это задание. Римский легион атакует. Должно быть, Цезарь прослышал, что мы поколотили в лесу его патруль. Так, остановите римский легион. Так, я и хочу этим заняться. Так, выберите обелиска. И победить легион вот одним им...
И он это с лихвой сделал, друзья. Так, поздравления. Тут меч какой-то мы с тобой нашли. Так, разгромил. Получай, естественно, награды, ресурсы и возвращайся обратно в деревню. Так, дедок, ты что мне тут прошепчешь? Так, постройте дом вождя. Окей, дом вождя, вот он. Кто его будет делать? О, Демократикс уже здесь. Вождь Демократикс неустанно печется о благополучии своей деревни, начиная, разумеется, с себя. Ведь что вождю хорошо, то и галлам что-нибудь останется. Цитата. Дорогие галлы, этот год был для нас непростым. А ты быстро осваиваешься. Ну ничего, теперь начнется настоящая работа. Отстрой деревню и освободи Галлию от римского ига. Так, это я сделал. Забираем награду. Прилежный ученик получено. Взять награду. Так, достижение открыто. Постройте 5 зданий, личный тренер. Так, забрать двойную награду. Так, итого мы получаем с собой 2 меча. Так, подключиться к Facebook. Окей. Я подключился и... Что я тут получаю? Кучу наград. Римские шлемы. А для чего они нам нужны? Так, дедуль, ты что тут шоркаешься? Что это такое вот это вот? Погоди. Это забрать? Подожди, еда минус 3. А почему это еда минус 3? А что за сундук? Так, до завершения 5 дней. Турнир, полет Центуриона. Гонка по Италии? Какая еще гонка? Колесницы? Это что еще за соревнования тут еще будут? Значит так, что тебе нужно? Демократикс. Давай посмотрим, что он хочет. Добудьте вепря возле своей деревни. Хорошо, я приму это задание. Вепрь. Где у меня тут вепрь? Ага, давай выслеживать. Этот чувачок у нас, по ходу дела, быстро бегает, я так понимаю, да? Смотри-ка. Какой хитрый вепрь. Давай его, бамс. Все, ребята, готово. Обалдеть, как мы с тобой уровень за уровнем получаем. Но это, опять же, только с самого начала. А потом все будет намного сложнее. Так, что тебе надо, дедуль? Так, собери соломку, собери дерево, собери камни. Ага. Рынок. Так, постой, что тут? Ой, купил кирку за шлемы. Вот это я, наверное, сгоряча сделал. Значит так, нужно собрать лес. Рубашит парень. Давай. Бомби. Так, мы так с тобой быстренько уровень получим, посмотри. Все, собрали. Теперь солому. Что-то мне эта, ребята, игра напоминает. Вот, сборы звездочки. Вот это вот все. Вконтакте обычно такие игры бывают. Так, все, да? Новый уровень еще при этом получил. Собираем. Так, у вас есть дом каменчик, говорят. Так, камень тоже собери, пожалуйста. Так, кликаем. Все, я, ребят, все собрал. Нормуль, а ты? Астерикс вообще стоит как не при делах. Ну что тебе опять нужно, Демократикс? Постройте дом каменчика. Вот здесь, да? Должен быть у нас дом каменчика. Ну давай быстрее сюда лети. Нет, 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 так дело не пойдет. Ты давай бомби, бомби. Что это? О, Беленус, мы остались без еды. Погоди, погоди, погоди. Как-то без еды мы остались. Ага. А где нам брать еду? Это будет считаться как... Нет, ребята, это, по-моему, не будет еду считаться. У нас идут траты. Стоп. Стоп, 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 подожди. Это у нас что? Непонятно. А это нет места. Улучшить, говорит, продуктовый склад. Хм. Что тут-то у нас? Привет от сопротивления, да? Привет.
Так, у вас мало запасов еды, поэтому в приложении к этому письму вы найдете небольшой, но полезный подарок от нас. Не опускайте руки. Где же ваш подарок? Ага, 10 звездочек. Я не вижу никаких... Я не вижу никаких подарков. Обманули меня, нету ничего. Так, сундук. Опа. Что у нас в этом... Сундук с сокровищами пишет. Подожди, я насчет еды не понял. Дедуль, подскажи мне что-нибудь. Соберите солому, ну это понятно. Где еда? Собрать солому, собрать камень. Но мы с тобой будем солому собирать, у нас будет тратиться еда. Так, еще уровень, да, получили? Шестой. Хорошо, давай. Да скашивает уже и все. Интересно, а как она, чтобы выросла здесь, что нужно сделать само по себе? Со временем, да? Появится. Так, и камень. Камень меня еще попросили добыть. Где этот камень, е-мое, вот он. Давай, иди. Опа. А ты-то что здесь делаешь? Так, у него сила 15, я могу взять вот этого и вот этого. Ну и вот этого еще, да? 87%. Конечно, ребята, попробуем одолеть их. Удар, удар. Ну, естественно, победа за нами. Я даже не сомневался в этом нисколечко. Ох ты, ох ты, ой. Слушай, вот этот форт бы, конечно, да, хотелось бы забрать у них. Этот стоит. Блин, он... Смотри-ка, охраняет тут, а? Ну-ка. Сила 15. Я думаю, что мы можем, в принципе, с тобой. Раз, два, три. 66%. Ладно, в атаку, ребят. Я думаю, все-таки должны победить. Да-да-да, победушка, отлично. А то, видите ли, тут у него, смотри. А мне нужно вот это все. Верно? Верно. И камень мне, кстати, тоже нужен. Подожди, а почему я только вот этим управляю? Одним. А можно мне, например... Нет, этот парень чем-то другим занят. Я не понимаю, он голодный или что? Что вот это вот означает у него над головой? Кусок окорка. Вроде бы как все собрали, да? Ну-ка. Так, это ты перекусил, типа, да? Надеть оружие. А, надеть оружие у тебя. Вот оно как. Еще и зелье можно применять. Ой-ой. Так, секунду, а можно тут... Дедуль, ты тоже, что ли? Ты посмотри, э? Маленький ханыга может таскать с собой, оказывается, оружие. А вот этот почему не работает? Не Астерикс и не Обеликс. Так, ну-ка, толстячок, что там у тебя? Собрать камни, собрать солому, собрать дерево. Хорошо, а здесь у нас что? Что это такое? Так, подожди, дом каменщика, я же вроде бы... Или я не построил в тот раз? Ага. Новый уровень, 7-й, что-то как-то быстро мы с тобой прокачиваемся. Так, опять собрать камни, собрать соломы. Так, где-то, а тебе что? Ага. У вас на двоих, да, задание? На боковую и запасы на черный день. Так, колодец. Вода. Давай еще воды. Все, тут готово. Нормуль. Так, дед. Дед опять что-то хочет от меня. Что ему надо? Добудьте ресурсы из мясника. В плане из мясника. Создайте каменный блок. Каменный блок, наверное, создается у нас вот здесь. Да, вот он, ребята. Создать. 2 минутки будет делаться. Хорошо. Не знаю, для чего ему каменный блок. А вот что с детком?
Добудьте ресурсы из мясника. Может быть, мясная лавка, скорее всего. Ну, какой из мясника? Я что, должен убить мясника? Вот здесь, наверное, да? Точно, ребята. Точно. Так, создайте каменный блок. Ну, это мы с тобой начинаем делать. Так, а что у нас тут? Опять рубить лес? То есть этим занимается вот этот вот бегун. Он у нас добывает с тобой лес. Соберите дерево. Собрал. Опа, вепрь, дай-ка я его выслежу. Так, сейчас мы его с тобой дубасить будем. На тебе по голове. Видел, косточку какую-то вытянули. И камень мне, по-моему, нужен, если я не путаю. Собрать нужно 6 камней. 2, 3. Так, 5 и последний, 6. Норм. Так, где ты у нас? Ну ведь... А, еще солому. Солому нужно собрать. А солома-то еще не созрела, ведь так? Морковь? Тут же, по-моему, солома тогда была. Какая морковь? Ё-моё, вы... Че вы пудрите мне? Вот, ребят, я ошибся. Вот у нас где солома с тобой. А здесь, да, здесь морковь. Здесь же мы с тобой подбили легионеров. Они же тут стояли, помнишь? И теперь этот огород стал нашим. То есть мы теперь получаем здесь морковь с тобой. Тут вот, смотри-ка, хлыщ стоит. 25 сил у него. Но здесь мы не справимся с тобой. Я не знаю, как нам, конечно, вот этих вот... Тихо. Как нам с тобой прокачивать ребят? Но я так понимаю, им нужно давать в руки оружие, щит, меч. А вот как уровень прокачивать их, я пока не знаю. Так, я получил каменный блок. Окей. Так, собрать солому. Тут у нас что-то... Жаркой какой-то, да, приготовилась. Так, а вот здесь-то что? Кузница, ёлки-палки. Конечно, будем строить. Конечно, будем строить с тобой кузницу. Всего хватает у нас? Фигушки там, да? Не хватает древесины, не хватает, блин, соломы. Опа, а вот и соломочка, друзья мои. Я нашел солому. Сейчас будем добывать ее. Причем добывает солому он своим мечом. Нестандартным каким-то образом. Обычно там готово, говорят. И мы с тобой получили новый уровень. Так, у меня появился ринг. Защитите. Так на меня еще могут нападать. Да, я хочу. То есть, когда меня не будет в игре, на меня будут нападения делать. Так, повысьте уровень Неленикса до второго. Это как? Вот так вот? Не Леникса. Чтобы улучшить здание, нажмите улучшить в круговом меню. Ага, понял. В круговом меню, вот здесь вот. Что тебе нужно? Тренировать жителей деревни. Тренируйте жителей деревни, чтобы навсегда повысить его силу. Да я только за. А, вот что, да? 31 секунда. Еще и баллы сопротивления какие-то. Закончить даром. И... А, тут вот, ребята, 25 уровень, да? Это максимальный, я так понимаю, будет. Фиг там, блин. Тут 43-й, и там еще написано «уже скоро». А какого года игра? Кто-нибудь знает, а, ребят? Свежая вообще игра или нет? Так, ладно, давай заберем с тобой камни. Так, камни. Что еще нам с тобой сделать? Ринг. Ой-ой-ой. Построить. Вау. Так, щелкните, чтобы позаботиться о защите. А куда щелкнуть? Сюда? Так, Геймерикс. Ну давай возьмем его, этого и вот этого. Принять. Принять. Чтобы вызвать другую деревню. Сделать ставку. И, ну, у меня только лишь, наверное, есть что? Вода. Раз, два и три. Как ты думаешь, мы справимся здесь?
Деревня на деревне, ну. Так, дед идет. В бой. Понеслась, короче. Походу, мы продуваем, да? Нет. По-моему, он проигрывает. Это же вот эти мои, да, ведь? Ну да, смотри, мой дедуля-то там наяривает, будь здоров. Я могу, конечно, пропустить бой. Но я первый посмотрю все-таки вначале. Да, мы должны ушатать его. Ну давай, дедуля, малорик. В плане, теперь еще и с этим? Ой, дедуль, держись. Да, тут он его, конечно, нахлобучивает по полной программе. Ты видишь, да? Так, мой сейчас притянется. Давай, давай, давай. Вот так вот. Сейчас посмотрим. А, у нас 48 хп. Ой, что это сейчас было такое? Ну ты посмотри, он просто получает вообще так жестко по щам. Смотри, мы его разнесли. Это там кулаками машет. Ага, иди сюда, сейчас и с тобой разберемся. А у него 60 здоровья, не кисло. Минус 6, минус 5. Вот, ребята, тут минус 5, минус 5. Но я думаю, что мы должны победить. Поехали. Аж экран трясется от их драки. Да, мы здесь победим. А что за это нам дадут? Победа! О! Короче, и делаешь вот так вот ставки, да? Ну-ка давай кролика, например. Нет, не получается, да? Не получается у нас. А, так у меня просто нет никого, ребята. Они все в откатах. А тут еще вон сколько героев будет. Вот так-то. Так, дедуль, тебе что надо-то? Что ты там хочешь мне? Так, получить каменный блок и получить деревянные доски. Ну, деревянные доски, получается, где у нас? Вот здесь. Вот, деревянные доски создать. И, кстати, тут еще можно, друзья мои, прокачивать. Вот, видишь, улучшить. Все есть, по-моему, да. А вот тут что такое? Что это тут строится, интересно? Дом кузнеца, так, дом друида и дом барда. И дом рыбака. А здесь? Так, подожди, я тут гляну, что это у нас тут. Взять награду. Окей. Давай, давай, ты не отвлекайся, работай. А здесь мы с тобой можем дом портного построить. Но здесь нужно 6000 монет. Кожевник, рыбный рынок. Так, получить деревянные доски. Что, доски еще до сих пор делаются, что ли? Скорее всего, да. Так, еще и зелье можно с собой тут брать. И вот тут можно, кстати, расчистить. Так, дом барда. В общем, вот эти все постройки нам надо с тобой сделать. Ух ты. Постройте ринг, я уже сделал. Так. С досками, да? Проблема. Там еще улучшение у нас стоит. Зря я, наверное, поспешил. Что, что, что? Не надо мне вот этого. Ага. Это получается, что энергия закончилась. А энергия — это у нас еда. А разве... Вот. Всего лишь одна. Не хватает досок и не хватает каменных блоков. А что здесь? Добавьте плохой меч на Лениксу. Я ему добавил. И у нас с тобой 9 уровень. Плюс энергия появилась. Захватите южную ферму. Принять. А южная ферма — это где? Ого! Их тут много. И захватите южную ферму. Ну, нормально, да, сказанули. Так, дедуль, ты опять тут что-то шуршишь, ходишь тут, я не понимаю. Так, победите римские патрули возле своей деревни. Принять. А вот это что? Это и было. Так, нам надо куда? Выйти вот сюда, по-моему, да? Ой. Ой-ой-ой. Тут...
тут вот оно как. Трындец. То есть это нападение. 54 уровень, чувачка. Офигеть. А это что такое? Пригласить друзей. Это Галы, это Херсон, Чернобыль. Чернобыть. Облако. Да. За то, что я подключился, что? А, можно послать. Тут еще друг другу можно отсылать всякую, ну там, так сказать, помощь. Слушай, а где моя деревня-то? Вот она, да? Я уже и потерял свою деревню, прикинь. Доски готовы же уже. Так, инвентарь полон. Добавить место. Добавить сумки. Римские шлемы. Так, у меня... Могу сейчас забрать-то? Все, забрал. Забрал я, короче, доски, друзья мои. Можно... Так, плохой копье. А что не хватает? Наверное, нужно прокачать, да, друзья мои? Так, что не хватает-то? 500 монет? 500 монет. В монетках, ребята, проблема у нас. Блин, теперь нужны римские патрули. А где римские патрули? Вот, вот эти вот, наверное, да, я так понимаю. Ну-ка, сколько ты? Закрыто почему-то. Ага, сила 15. Ну, с этими мы справимся. 88% в атаку. Конечно, дубасим их. Вот так вот. Чётенько. А вот с этими? Вообще на... А, это мы подкрепляем, да? Вот я отдаю. Все, ребят, я понял. То есть вот тратим еду для того, чтобы они стали... Восстановили себе все здоровье. Так, еще победа. Замечательно. Так, захватите южную ферму. Я так понимаю, ребята, это и есть южная ферма. Что? Сила 14. Погнали. Вот так, конечно же. Я хочу забрать эту ферму у них, чтобы не выпендривались. О! Южная ферма нуждается в постоянной защите. Да, я хочу. Что-то мне кажется, что здесь, ребят, надо будет все время это защищать. Это что такое? Гальская застава. Постоянно или временная? Она строится. Ну, тут, по крайней мере, есть у нас с тобой, видишь, да? Пшеница. Также у нас есть ферма здесь и морковь. Камень плюс небольшой лес. Лес на один удар. Это будет наша теперь застава, я так понимаю. Главное, чтобы эти шитьки у нас ее не отобрали. Ох ты, а это кто такой? Краски, конь. Разрешение на колеснице. Что? Разрешение на колеснице? А когда, например, я вот эту территорию всю захвачу, что мне надо будет нападать? На чужие территории, видимо, да? Мне кажется, именно так. Ну что, дорогие друзья, давайте с вами на этой ноте мы закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!